Новая экологическая тропа появилась в природном заказнике «Сестрорецкое болото». Маршрут торжественно открыли накануне. Туристам предлагают пройти 3,5 километра по деревянному настилу. Он проложен через участки леса, а самое главное, прямо по древнему болоту. Оно относится к числу особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. И здесь можно увидеть разнообразие местной флоры и фауны. Везде расставлены смотровые площадки и информационные стенды. Вопросы здесь пересекаются различные. И геологические, и географические, и культурное наследие наше. И вопросы тут, можно сказать, нашей ближайшей истории. Здесь серьезно проходили бои. Был укрепрайон карельский. И вот эти гряды, да, они содержат память в себе всех тех событий, которые сейчас происходили. Экологический маршрут в Сестрорецке не первые 6 лет назад. Подобную тропу открыли на Комаровском берегу. Похоже, есть в Кронштадте и на Дудерговских высотах.